скрытую свадьбу старшего сына Рамзана Кадырова я больше связываю с тем, что у него идет некая попытка скрыть информацию о том, сколько все-таки было потрачено в минимальных размерах миллиардов денег на все это мероприятие. Так как на фоне войны, на фоне неудачи, смертей, такая информация может показаться несколько будоражащей и неприятной для российской общественности, на которую сегодня играет и пытается понравиться Кадыров.